Официальное разрешение. Школьникам во время сдачи ОГЭ по математике можно будет использовать непрограммируемый калькулятор. Такое право возникает у выпускников уже в 2024 году. В спецификациях ОГЭ по математике за 2023 и 2022 годы возможность использовать калькулятор при выполнении заданий не предусмотрена. Для спортсменов. С 1 января следующего года будет упрощена процедура оформления налогового вычета за занятия физкультурой и спортом. Кроме того, расчет начнут производить из суммы в 150 тысяч, а не 120, как в этом году. Напомним, система получения налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги действует второй год. Городская среда. В 2024 году краевые власти планируют обустроить 167 объектов, 43 общественные территории и 124 дворовые. Напомним, благоустройство в Пермском крае проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Слова поддержки. Школьники Пермского края могут присоединиться к всероссийской акции «Пишу тебе, герой». Для этого можно нарисовать открытку, написать письмо и поздравить воинов с Днем Героев Отечества и другими знаменательными датами. Письма будут доставлены и вручены участникам специальной военной операции. Адрес для отправки писем – индекс 103-400, Москва 400 с пометкой на конверте «Письмо солдату». Заслуженная награда. Соликамская 11-классница школы номер 7 Мария Малых стала призером всероссийского конкурса «Большая перемена» среди старшеклассников. Девушка получила денежный приз в размере 200 тысяч рублей, который она сможет потратить на образование. Также Мария с другими победителями и призерами отправится в авторские туры по России от проекта «Больше, чем путешествие».